И всем привет, с вами Александр Тучков. В данном видеоролике сегодня мы будем играть в Beaming Drive. И сегодня мы будем, как я и сказал, мы будем сегодня на нашем фургоне. Я выбрал такую тачку с пушкой внутри. Она выглядит вот так вот там. То есть ее там можно заметить. Да. Стреляет она так, довольно-таки прикольно. Только крышу немного разрывает у тачки, но это ладно. Там что, дырка в нем была, что ли? Так, давайте еще раз попробуем. Давайте. Вот так это все выглядит, блин. Что? Во, смотрите. Просто офигренеть. Ребят, у нас просто разрывает всю тачку. Давайте сначала проверим, как это действует. У нас замедленное действие. Например, давайте вот так тачку закроем. Ставим на замедленное действие. Так, замедленное, вот. И такое делаем. О! Вообще. Ну, не очень так уж сильно, но довольно таким охрененно, потому что... Так, вот. Давайте, что будет, если будет пушка именно здесь? Так, замедляем. Ладно, хватит, наверное, прикалываться, и мы приступаем к нашему.
расфигачит меня.
через тачку. Привет, моя тачка.